С началом летнего периода, особенно когда на улицах Таллина царит тепло, многие пешеходы наслаждаются прекрасной солнечной погодой. В то же время водители на столичных дорогах вынуждены были быть более внимательными. Причин тут много, и одна из них – это дорожные работы. Понятное дело, что некоторых автолюбителей это может раздражать, поскольку нужно все время следовать по временным дорожным указателям, но нужно и осознавать тот факт, что теплое время года – идеальный период для проведения ремонта дорог, которые после зимы всегда насыщены ямами и прочими неприятностями. Сейчас на какое-то время водители могут вздохнуть более свободно, поскольку летние работы по ремонту дорог практически закончены. Мы делали больше, чем в прошлом году. Но я думаю, что еще больше мы сделаем в следующем году, потому что для нас появились дополнительные деньги в связи с коронавирусом, и мы можем внутриквартальные дороги в следующем году делать на более крупную сумму. Я думаю, эта сумма будет где-то 12 миллионов евро. Новое асфальтовое покрытие ложено на крупнейших перекрестках, к примеру, на пересечении Таамсарате и Сыпрузе, Пуисте, Эгитайтете и Кадакате, улице Пронг-Сейрауа, бульвара Карли и Пернского шоссе, а также бульвара Сыпрузе и улиц Эндла и Тулика. Была также снижена высота бордюров у мест пересечения проезжей части на данных объектах. Это сделано для того, чтобы там смогли бы легче передвигаться люди с особыми потребностями, велосипедисты или, например, родители с детьми в колясках. Хотя стоит отметить, что одна дорога на столичных улицах так и не была приведена в порядок. Речь идет об улице Розенкранце. Дело в том, что во время работ там были найдены археологические находки, из-за чего она не может быть закончена в предполагаемый изначально срок. Я думаю, что где-то в июне мы эту дорогу откроем. Мы сделали новый тендер, и фирму нашли, которая будет дальше работать на этом объекте. И я думаю, что это очень дорого, эта улица обошлась нам, но я думаю, что это будет готово летом. В общей сложности на ремонт внутриквартальных дорог было потрачено примерно 8 миллионов евро. Что же касается крупных шоссе, то на их ремонт было выделено около 16 миллионов. Ну а до конца года на приведение дорог в полный объем предусмотрено порядка 40 миллионов. Таким образом, столичные власти довольны теми дорожными работами, которые были проведены в летний период. Сейчас только остается надеяться, что Розенкранце будет все-таки отремонтирована к лету следующего года, и наконец-то автомобили смогут здесь проезжать без всяких проблем, так же, как и пешеходы. Сергей Овчинков, Вячеслав Скалецкий, новости Таллина.